Вітаю в ефірі студії «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Спорт заради дітей. В цю суботу, 29 червня, на стадіоні Одеської академії в рамках проєкту «Спорт заради дітей» пройде благодійне відкрите тренування у 20-й годині. Сьогодні в нашій студії голова комісії з питань спорту молодіжної ради при Одеському міському голові Віталій Гілевич. Вітаємо. Ми знаємо, що 30 червня – День молоді. Напередодні цього свята відбудеться масштабний захід. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що саме пройде? Да, расскажу, что пройдет 29-го в 8 часов на стадионе юридической академии, который находится на 4-й станции Большого Фонтана. Это будет благотворительная открытая тренировка по бегу. Ее проведет Александр Крижевич. Это один из самых быстрых бегунов в Одессе на длинных дистанциях. Его личный рекорд в полумарафонской дистанции составляет 1:09. Это значит, что полумарафон 21 километр практически со скоростью 20 километров в час он может пробежать. Это о... уровне человека, который будет, да, вести тренировку. Сколько ожидается участников этого захода? Я думаю, что за 100 мы перевалим. Угу. Расскажите про цей проект, взагалі, как он развивается, какие до этого уже были заходы с этого привода, возможно, какие-то подобные тренировки уже проходили, и ну, насколько это масштабно? Да, проект начался месяц назад, 2 июня ему был дан старт. Проект «Спорт ради детей» подразумевает под собой сбор, благотворительный сбор через спортивные активности на протяжении года, а значит, что к следующему Дню защиты детей, к 1 июня 2020 года, мы хотим собрать 1 миллион гривен для детей из приюта благотворительного фонда «Дорога к дому», там их около 30 человек. Почему именно миллион? Потому что, во-первых, миллион – это очень амбициозно, да, и это зажигает. Во-вторых, в год на этот приют на еду уходит около 900 тысяч. И мы подумали, что будет очень круто и символично, если через спортивные активности на протяжении года мы сможем обеспечить едой нуждающихся в этом детей. Ви є представником і головою комісії з питань спорту молодіжної ради при Одеському міському голові. Взагалі, молодіжна політика, про що саме йдеться? Об об'єднанні молоді і досягненні якоїсь синергії. Ви як представники молодіжної ради, і який був сформований в цьому році, чи передбачає новий склад, нові функції, та чим зараз займається молодіжна рада? Мы занимаемся, конкретно я в рамках, да, комиссии по вопросам спорта занимаюсь объединением спортивной общественности города. Сейчас мы делимся по группам рабочим, по направлениям. Мы определили, допустим, что в пляжные виды спорта входит плавание, каякинг, там, моржевание, да, и вот, вот так вот тематично делимся по группам рабочим и создаем проекты, которые планируем реализовывать. Какие проекты уже встигли реализовать, и какие завдания ставите перед собой на будущее? Естественно, хочется влиять на развитие и создание спортивной инфраструктуры, потому что оно напрямую влияет на развитие спорта в целом. Начинаем мы с мелких проектов. Сейчас мы хотим запустить беговые маршруты в парках Одессы. На каждом главном входе в парк города будет беговой маршрут, разная дистанция разных кругов будет, разный уровень сложности, это все будет обозначено, и по маршруту будет маркировка, то есть ты будешь знать, куда бежать в том или ином парке. Вот с такого проекта мы хотим начать, конкретно наша комиссия. Угу. Велику частину программы, взагалі, молодежной рады занимают спортивные заходы. И, тобто, молодіжна рада за здоровий спосіб життя, так? І чи плануються ще якісь спортивні заходи, та саме коли їх очікувати? Как вы сказали в начале эфира, 30 июня Украина празднует День молодежи. Вот, с 12 до 4 часов дня 30 июня в это воскресенье в Горсаду будут проходить спортивные активности. Будут 4 блока с показательными выступлениями, открытыми тренировками и 4 блока в зоне лектория, где диетологи, профессиональные спортсмены и люди компетентные, да, в околоспортивной теме поделятся своими знаниями. Вот. Также хочется отметить, что мы реализовываем программу, принятую предыдущим созывом молодежного совета. И если говорить ситуацию, которая есть, да, на самом деле, то не знаю, с чем это связано. Возможно, в прошлом созыве никто не лоббировал спортивные интересы, вот, но в программе на спортивные мероприятия в бюджете ноль. Вот, поэтому я со своей стороны буду стараться менять ситуацию, вот, и у спортсменов
молодежи угу. точно появится лобби. Як взагалі з'явилася ідея організувати такий проект, як «Спорт заради дітей»? Для чого він? Яка мета цього, взагалі цих проєктів, які ще плануються в майбутньому? Ну і взагалі, наскільки важливо зараз підтримати не тільки молодь, але ще й дитячу аудиторію, яку потрібно привести до секції спортивних? Ну, естественно, организация спортивных мероприятий несет с собой, как правило, минимум одну цель, да, это пропаганда и развитие здорового образа жизни. Здесь существует еще и большая благотворительная составляющая. Это значит, что придя на любую спортивную активность в рамках проекта «Спорт ради детей», ты можешь не только позаниматься спортом, улучшить свои физические данные, да, но и поспособствовать как-то благотворительности и внести свой вклад. А что еще входит в цей проект? Спорт заради детей, это означает такие тренування відкриті, mm-hmm. так? Какие еще заходы? Все около спорта. Это значит, что это лектории и это какие-либо тобто физические активности. Спілкування да. с батьками, мабуть, так? Подключение тренеров. Да, да, конечно, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Мы также принимаем заявки, и к нам присоединяются как самостоятельные тренеры, так и фитнес-клубы с желанием провести какую-либо тренировку в рамках проекта. Что можно сказать взагалі про зараз про спортивную инфраструктуру в нашем месте? Чи вистачає її для дітей саме, для їх занять? Що потрібно покращити та наскільки важлива підтримка вищих навчальних закладів? В каждом дворі, наверное, есть спортивная инфраструктура, где-то она обновленная, да, где-то она оставляет желать лучшего. Вот. Думаю, что стоит говорить не о количестве и о состоянии спортивной инфраструктуры, а о интересах молодежи. Именно это мы и пытаемся реализовывать в рамках молодежного совета комиссии по вопросам спорта. Нужно прививать молодежи правильный пример, показывать это своим примером, вот, и призывать их участвовать в спортивно-массовых мероприятиях только так. Яким чином? Чи приходите ви до середніх, ну, до шкіл взагалі? Чи там спілкуєтесь з дітьми? Чи ну, їм пропонують можливість прийняти участь в таких заходах? Ні, конкретно в школи не ходимо, але участвуємо в всяких різних образовательних мероприятиях, які проходять в форматі лекторії. І, звісно, спілкуємося і проводимо бесіди на спортивні теми і з молодежю, і з дітьми. Якщо ще поговорити про, взагалі про проекти молодіжної ради, наприклад, про виставку молодіжних організацій. Готується презентація брендів Made in Odessa. Хто буде представлений, яка основна мета? Основна мета, звісно, це популяризація наших производителей. Вот, это популяризация такого бренда, как Одесса, вот, потому что о нашем городе должны знать во всем мире. Вот, и это, как правило, хендмейд выставки, это какая-то сувенирная продукция, поэтому... А когда это самое будет представлено? Это будет в это воскресенье на территории Летнего театра и Горсада пройдет вся полностью активность в рамках празднования Дня молодежи. Угу. То есть пройдут еще из других мест также участники, так? Да, конечно. Участников. И закончится концерт выступлением хедлайнера, это Джерри Хейл со своим хитом «Охрана отмены». Це взагалі дуже чудово. Ще хочу запитати про показ фільмів номінантів фестивалю студентського кіно «Перший крок». Що це за фестиваль і які фільми будуть показані? Чесно, точно не скажу, тому що цим займається не наша комісія. От прямо зараз відсюди буду виїжджати на засідання робочої групи, тому якщо б приїхав після цієї зустрічі, точно зможу відповісти. Взагалі, які ще ідеї існують і з'являються взагалі? Ну, і з питань з розвитку спорту. Ну, без цього зараз неможливо. Основна ідея – це об'єднатися спортивної спільності. Зараз так відбувається, що в рамках каждого вида спорта организации, либо организаторы, да, каких-то спортивных мероприятий, они между собой не очень сильно дружат, возможно, потому что относятся друг к другу как к конкурентам. И вот наша задача их объединить, объяснить, что только объединившись, да, общими усилиями мы быстрее сдвинемся с мертвой точки и начнем развивать спорт в нашем городе. Поэтому этим мы и занимаемся. И еще пропоную повернутися до теми відкритого тренування. Як саме все пройде? Хто є хедлайнером? Тобто це спортсмен, який поставив особисті рекорди з різних дистанцій, так на, ну, на марафонних дистанціях. Як пройде тренування? Як можна приєднатися?
Да, действительно, у нас есть так называемый хедлайнер. Это тренер Александр Крижевич, один из самых быстрых бегунов города на длинные дистанции. Призер и победитель очень многих всеукраинских международных стартов на 5, 10, 21 километр. Вот. Тренировка пройдет в разминка, специальные беговые упражнения, небольшой кросс и работы на ускорение. Очень многие спрашивают, сколько нужно будет пробежать за всю тренировку. Мы говорим, что не бойтесь, длина стадиона около 400 метров, поэтому не нужно будет убегать куда-то на 5-10 километров. Все будет в рамках стадиона. И через меньше кол. Конечно, через не могу, никто никого не будет заставлять. Взагалі, я знаю, також ви також часто приймаєте участь у різних марафонах, часто бігаєте у різних країнах. Взагалі, наскільки це складно подолати таку дистанцію, як себе для цього підготувати, та наскільки для дітей саме в такому віці, так, які, ну, це для дітей, по-перше, наскільки для них важливо це, ну, правильний підхід у тренуваннях, самозбігу на великих дистанціях? Если я не ошибаюсь, в спортивно-массовых мероприятиях, а именно в забегах, допускаются к дистанции 10 километров дети от 14 лет. То есть, если вам меньше 14 лет, вы можете бежать максимальную дистанцию 5 километров. Угу. Вот. И 21 километр допускаются только совершеннолетним. Ну, все ж таки, навіть якщо потрібно пробігти 5 кілометрів, для цього також потрібно тренуватися. Як себе підготувати? Ось ваш, поділитися досвідом. 20-30 минут или медленного бега, или быстрой ходьбы на низком пульсе, это около 135-140 ударов. Угу. Тобто потрібно не тільки бігти, але ще й перевіряти пульс, так? Да, пульс. Як це можна зробити? Это показатель роботи серця. На шеї пальцем нащупуємо імпульс возле сонної артерії. Вот, считаем количество ударов, считаем количество ударов за 10 секунд, умножаем на 6 и таким образом понимаем, какой у нас пульс за минуту. Які очікується вік учасників на відкритому тренуванні в цю суботу? Від якого, ну, наймолодші учасники? Та... Ну, ограничений по возрасту у нас, естественно, нет. Ми раді видіти всіх бажаючих, вот. Но в середньому це около 22 лет. Тобто потрібно просто прийти і можна прийняти участь, так? Так, звісно. І взагалі ще про саме з комісією з питань спорту. Над чим зараз працюєте? Які ще важливі питання з розвитку спорту в нашому місті на майбутнє? Що будете підіймати, окрім фінансування і спортивної інфраструктури? Що ще важливо для спорту? Ну, я же говорю, самые приоритетные перед собой задачи, я вижу объединение спортивной общественности. Вот. А помимо этого, естественно, мы в следующем году, 31 мая, проект хотим завершить большим благотворительным забегом, который соберет в себе больше 1000 участников. Мы очень хотим вести работу с жителями города по отношению к перекрытию улиц в связи с организацией спортивно-массовых мероприятий. Залучать волонтеров, скажем так. Да, залучать волонтеров и менять отношение жителей города к перекрытию улиц. Mm-hmm. Вот, как правило, это вызывает большой негатив, а негатив это вызывает только потому, что люди не информированы, и у нас еще нет культуры спорта. Если мы говорим о западных странах, то в любой выходной день, когда перекрыты улицы в связи с проведением какого-то велопробега, да, или просто забега, люди выходят всей семьей, оставляют машины, рисуют какие-то плакаты поддержки, и там родители держат эти плакаты поддержки, а дети вот так вот стоят на обочине и дают 5 участникам. Это очень нереально заряжает и мотивирует. Я это вижу в западных странах и в других городах, и очень будет круто, если когда-то участники из других стран, приехавшие к нам, то же самое почувствовать. Якщо так, трошки відходячи від теми взагалі ефіру, я знаю, що, ну, молодіжна комісія з питань спорту, це, ну, по-перше, ви займаєтесь таким масовим любительським спортом. Mm-hmm. Якщо казати про професійний спорт вищих досягнень, олімпійські види спорту, яке ваше ставлення взагалі до ситуації зі спортивними школами? Як їх потрібно підтримувати, наскільки важливо, щоб створювались умови? Тому що будівництво спортивних майданчиків, воно не може бути частиною, наприклад, управління спорту. Так? Це зовсім інші речі. Слушайте, ну я вважаю, що це дуже важливо, тому що я в ДЮСШ пробув 11 років. А в якій, якщо не секрет? В 4-й. Угу. Вот, відділення велоспорту, 4-кратний чемпіон України, мастер спорту по велоспорту. Я, як ніхто другий,
понимаю, в чем нуждается спортсмен, да, и какие проблемы есть у спортсмена. Как правило, это недостаточное финансирование в плане организации сборов, организации выездов на соревнования. То есть за все платят все за свой счет. За 11 лет велоспорта я ни копейки не получил, хотя даже числился в сборной Украины. Наверное, кто-то за меня получал деньги. Якщо ще казати про розвиток тренерів, так, тому що невеликі зарплати, на жаль, не дають їм змоги працювати наповну з дітьми. Тобто, чи вони виїжджають за межі країни, і чи займаються іншою промислом, ну, іншою роботою взагалі. Тобто, як залучити тренерів, яким чином, та як їх навчити, ну, навчити нових, зробити зі спортсменів, молодих спортсменів, яким чином в різних видах спорту провести ліцензування і підготовку тренерів, зробити все на масштабному рівні такому? Думаю, що проблем з підготовкою спортсменів нет. Есть проблема с финансированием тренеров. У тренеров нет мотивации. Я это также знаю на своем примере, потому что у меня высшее образование физического воспитания. Вот. Вы только что тренируете уже, да? Вот. Я тренирую, и, естественно, я не тренирую в рамках какой-то государственной школы или государственного ДЮСШ. Угу. Потому что, естественно, за эти деньги прожить невозможно. І ще про цю про це тренування, яке відбудеться в суботу. Скажіть, цей спортсмен, який буде спілкуватися і проводити заняття, які в нього досягнення, наскільки він вже є, ну, особистістю в спорті? Ну, как еще раз я отмечу, это один из самых быстрых бегунов на длинной дистанции в Одессе. Тобто є медалі? Да, конечно, это призер всеукраинских международных забегов на дистанции 5, 10 и 21 километр. Олександр Крижевич. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Сьогодні у нас в гостях голова комісії з питань спорту молодіжної ради при Одеському міському голові Віталій Гілевич. Дякуємо. Спасибо. Усіх глядачів ми запрошуємо також прийняти участь у відкритому благодійному тренуванні, яке відбудеться 29 червня у суботу у 20-й годині на стадіоні Одеської академії. Приходьте і побігайте з нами. А мене звати Дмитро Богомолов. Залишайтеся з нами та живіть спортом.